Скажите, пожалуйста, одноразовые подгузники – это очень хорошо. Конечно, одноразовые подгузники – это просто замечательно. Только вы должны же понимать, одноразовые подгузники, они же не ребенку нужны. Они нужны маме ребенка, которая вместо многочасовых стирок, глажек и сушек имеет возможность заниматься собой и папой. Поэтому одноразовые подгузники – это просто замечательное изобретение человека, которое позволяет маме быть молодой женщиной, иметь в доме новорожденного ребенка и оставаться женщиной, вокруг которой кругами ходит и облизывается папа. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.